типы интегралов, берущихся по частям. Вы сделаете следующим образом. Посмотрите, у вас будет тип. Здесь интеграла, здесь у вас будет у, а здесь за dv. Интегрирование по частям, я сразу вам напомню, что он подразумевает, почему мы так выбираем. У нас идет интеграл u на v, нажимается u на v, минус интеграл v на d. Поэтому нам очень важно функцию обратить написать u на dv, но выбрать правильно, чтобы упрощался второй интеграл. Что-то за u, что-то за dv. И вот есть типы интегралов, их несколько, которые рекомендательно позволяют приведут вас к цели с наименьшими затратами и решениями. Итак, тип интеграла. Первый интеграл, если delta x умножить на dx, dx. В данном случае, обратите, когда p от x это многочлен, а здесь k число, если это не kx, за u берется p от x. Собрано все остальное, все остальное будет вместе на kx на dx. Затем интеграл p от x умножить на x на a в степени kx. То есть когда не а более общее основание. Вот. То у нас получается то же самое, p от x. А здесь все остальное получается a в степени 2x на dx. Теперь так же идет, когда тригонометрические функции. Посмотрите, p от x на синус a x dx. Здесь также p от x многочлен берется за u. P от x, а за dv все остальное. А dv получается синус ax. Dx. Поскольку интеграл, посмотрите, от многочлена производная в степени многочлена понижается, а интеграл от синус это табличный фактический интеграл. А еще интеграл, то есть первый тип, как мы можем найти, p от x, умножить на косинус, например, dx, dx. Получается, что за u берем p от x многочлен, а за dv у нас получается косинус dx, dx. Обратите внимание, это вот сочетание, когда произведение, посмотрите, идет многочлен, еще как p от x многочлен, и тригонометрический синус косинус функция, и показательно, если тут не kx, а в степени kx. P от x отметим многочлен, а это числа получаются k, а v это просто числа. Итак, первый тип. Второй тип интеграла, когда у нас получаются логарифмические в произведении идут и обратные тригонометрические функции. То есть такие типы интеграла. Интеграл идет у нас фиксовая натуральная дальность, в степени может быть m dx. Здесь посмотрите, за u берется, обратите внимание, за u логарифм берется, потому что интеграла логарифма нет у нас, его по частям надо интегрировать. Итак, за u берется логарифм, а логарифм все остальное, получается r от x. Обратите внимание здесь, r от x это выражение, которое зависит от x. Не обязательно рационально, может и рациональная быть, так? А g от x это функция, которая зависит от x. Теперь такие интегралы r от x на a в синус. A в синус. Давайте g от x dx. Ну, то же самое, как мы от степени нижнего, возможно, даже степень проще сделаем. Вот такие осмотрите. Так, смотрите, за u берем обратную функцию a в синус. A в синус. А за dv все остальное. Все остальное у нас то же самое. И еще сюда, посмотрите, отнесем в данном институте интеграл. A от x на a косинус. А g от x. G от x. Сейчас какая-то степень будет. А ну, сам косинус, так? Здесь у нас будет а косинус g от x
значит, адрес, градус, задаю все остальное, градус, градус, да? И сюда еще адрес, то есть здесь входит, смотрите, первый тип 4 интеграла, здесь у нас 5 интегралов позы. Интеграл, адрес, 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 градус, адрес. Итак, здесь будет арктангенс за углом арктангенс, радиус, а здесь радиус, радиус. Смотрите, это второй тип интеграла. В данном случае обратите логические функции, все обратные функции берутся за dv, все, что остается у вас. И есть такие кольцевые интегралы, они решаются. Интегрировать мы можем, обратить внимание, в степени. Мы интегрировать можем по частям несколько раз, до тех пор, пока у нас упрощается выражение. Смысл такой, что до тех пор, пока у нас степень должна убывать. Если у нас умножение какой-то степени, то он должен убывать. Если возрастает, значит переобозначить функции. Правильно взяли. А теперь посмотрите еще тип. Их называют тип кольцевые интегралы. То есть вы решаете и приходите к тому же интегралу, который решается путем решения уравнения из полученного выражения. Итак, у нас с вами получается еще третий тип интегралов, кольцевые. Интеграл, сочетание, давайте, степень, тайминг, синус, эдикс, эдикс. Здесь k и d это числа. Итак, за u берется синус. И задаем все остальное. Есть здесь k, x. А теперь интеграл. Возьмем a в степени k, x. Синус. Синус, d, x. Итак, за u берется синус. Задаем все остальное. A, k, x, d, x. Также с косинусом мы будем интегралом. Интеграл e в степени kx косинус x dx. Где косинус? Kx заберется за dv e в степени kx dx. И у вас интеграл получится а в степени kx косинус x dx. Итак, косинус x за u, за dv, все остальное а в степени kx, dx. И еще есть два кольцевых интеграла. Интеграл синус логарифма x, dx. Здесь за u берется синус логарифма x, потому что другого не дано, чтобы интеграл берется синус особого логарифма x. А за dv dx что осталось? Dx. И еще такое, что только с косинусом есть. Интеграл косинус логарифм x dx. Получается, что у вас будет за u косинус логарифм x, а за dv dx. Итак, это кольцевые интегралы. То есть вы берете, ну, сейчас мы посмотрите, из каждого типа мы по одному сделаем, чтобы вы видели, что по частям не решается и довольно успешно при данных занятиях переменной. Вот. Итак, и да, тут еще хочу подчеркнуть, что так как придется у нас дважды, возможно, по частям брать, то следует, вот, чтобы первоначально за функцию, какую вы взяли, такую же и дальше обозначать, если тригонометрическую, значит тригонометрическую, вот, кольцевого и так далее. Итак, а мы с вами сейчас разберем, ну, начнем, что с кольцевого интеграла, да? У нас получается, ну, обычно вот это чаще всего встречаются вот такие типы разобранные. А давайте вот этот тип разберем, синус логарифм. Мы выяснили с вами на предыдущей лекции, что нас как раз окружает тригонометрия, логарифмы даже больше, чем мы сами думали, поскольку, обратите внимание, все осциллографы, физические приборы, все медицинские приборы, когда берется кардиограмма сердца и пульса, они все в виде синусов и гармоник разложены, и косинусов. Поэтому все состояние системы, биологической, технологических процессов
описывается так как раз с помощью данных функций. Гармоний логарифмических функций чаще всего. Поэтому обратим внимание, возьмем такой интеграл. Значит, ну, для примера, интеграл у нас будет с вами синусом логарифм x dx. Берем по частям. Итак, за u обозначаем синус логарифм x. А за dx все, что осталось, далее находим ДУ. ДУ находится, а я напомню, дифференциал находится в производной на дифференциал. То есть берем производную и дифференциал. Поэтому таблицу производных повторите, чтобы хорошо видеть нужный интеграл, как вы обычно высводите. Так, а здесь мы находим ДУ, производную, берем много рациональной функции. Посмотрите, вначале это от синуса. Это будет подчеркнуто, и вот здесь у нас продолжение, так его. Мы
переносим и меняем знак. У нас получается два интеграла. Вы видите, с минусом туда перенесем. И у нас с вами получится 2 интеграла. Так, здесь я убираю первый тип. У нас его записано. Мы сегодня всех по типу сберем. Смотрите, интеграл просился. А ну там вынесем за скобку x
минус 1/2 интеграл будет x dx. И меняется. Ну и все, и получаем. Смотрите, x в квадрате равно. Здесь будет минус 1/2 x квадрат равно. Смотрите, x квадрат на 4. Да, x квадрат на 2 можно вынести за скобку. Если x квадрат на 2 вынести за скобку, то в скобках останется логарифм. X минус 1/2. Для того, чтобы быть уверенным, что правильно взяли интеграл, нужно что? Производную от правой части взять. И если вы получите в результате квадратическую функцию x логарифм x, то вы правильно выполнили интегрирование. Так. Поэтому смотрите, можно проделать, это производную взять здесь, значит, как-то произведение и забудьте его изобрать, когда производную, и проверить выполнение данного интеграла. Синус на косинус или на экспоненту, там, или показательную функцию. Вот. Продемонстрировать первый тип интеграла. И все. И фактически типы интегралов мы с вами по частям разобрали довольно подробно в варианте. Итак, посмотрите внимательно. Ну что, отбираем еще первый тип интеграла. Первый тип интеграла у нас, это в первый тип относится интеграл. Давайте возьмем e в степени, допустим, ну, давайте 2x плюс 2x, умножить, пусть у нас будет многочлен. Ну, многочлен можно взять, но давайте на x возьмем. x. Вот такой вот вид. Ну, обычно обозначается у нас что? Многочлен. То есть умноз это x, а задаем все остальное. А задаем у нас осталось e в степени 2x, а d x. И теперь смотрите, берем du на уровне. Du у нас дифференциал будет равняться. Производная как единица просто dx. А интеграл, посмотрите, 1/2, вы видите, 2x, не просто x у нас обычно, а 1/2 пойдет, коэффициент. Значит, 1/2 будет e в степени 2x, а там коэффициент. Если хотите проверить, то производную возьмем, у нас будет сама функция умножить на 2. Логи сократятся и получим e в степени 2x. Все, и пошли теперь применяем формулу. Ну, на b это будет у нас 1/2, так x умножить на e в степени 2x минус интеграл v, ну, это такая функция, e в степени 2x умножить на dx, на v на d, это dx. В результате, смотрите, мы пришли, у нас там интеграл напросился, мы сразу табличного пришли интегралу. То есть у нас получается с вами 1/2 x минус, а здесь будет, смотрите, еще 1/2 будет, смотрите, 1/2, и здесь будет 1/2, 1/4, e в степени 2x плюс c, соберем в конце, вот все интегралы решаем. В результате мы можем вынести, посмотрите, e в степени 2x, а здесь, и окончательно получить, скажем, преобразование, 1/2, даже можно 1/2 вынести, смотрите, 1/2, e в степени 2x, тогда получается x минус 1/2 плюс c. Опять-таки, чтобы удостовериться, что вы верно решили по правой части взять производную и убедиться, что получите подинтегральную функцию. Ну вот мы с вами все три типа разобрали примеры.
Те типы, которые нам еще встретились, но не планы схемы, это впереди, потому что методы есть. Универсального нет метода, есть специальный метод, значит, неопределенных коэффициентов, когда мы применяем разложение на дроби, значит, квадратного трехчлена, есть рациональные дроби интегрирования, отдельное интегрирование тригонометрических выражений есть. Отдельно устранение иррациональности. Мы самую простую разобрали в первой лекции, кстати, в основном рациональность. Вот. Даже можно этот пример, но только усложнить, например, взять у нас, смотрите, не просто от x, же от x, а здесь корень квадратный. Даже если мы так не взяли, интегрировал корень от x, а здесь бы у нас был, скажем, логарифм, ну, взяли бы, скажем, какую-то 2x квадрат. Вот так. То же самое интегрирование по частям. Поэтому это может быть самостоятельное решение. Здесь ввести подстановку надо. Значит, ввести замену переменной. Ну, можно ввести замену переменной. Смотрите, что у нас получится с вами. Давайте замену переменной ведем. Насколько у нас интеграл упростится. Что же мы здесь обозначим сначала? Х у нас будет p в квадрате. Посмотрите. Так. А dx у нас будет. dx у нас с вами получится. 2t на dt. Это, если вы смотрите, мы упрощали, ведя замену рациональности, ставится к рациональности. Но посмотрите, мы получим в результате какой-то пример. Мы можем сразу обратить внимание, зная u и dv по частям решаем, мы можем сразу за u обозначить, у нас получается логарифмическую функцию, как требуется в типе интеграла, если тип осуществления интеграла, а задаю у вас все остальное, остальное у вас получится просто с рациональным выражением решать. А можно предварительно подстановку упростить. И что мы будем иметь? Давайте просто посмотрим, что у нас получается. Интеграл, а потом по схеме сконтегрируйте. Интеграл будет, вместо корня x будет t, корня нет у нас. Здесь получается натуральный логарифм 2. x у нас будет t квадрат, t в четвертой степени будет 2, t в четвертой степени, t в четвертой степени, а вместо dx, смотрите, будьте внимательны, 2t на 2t, 2t на 2t, ну то есть 2t у вас перед логарифмом больше не будется. То есть в результате, посмотрите, у вас получилось выражение 2, интеграл, значит, получается t в квадрате, натуральный логарифм 2, t в четвертой, dt. Посмотрите, уже нет рациональности, ну а подходит к типу, когда у нас получается функция зависит от t, и здесь у нас логарифм тоже функция от t, по dt. Мы уже сказали, что вариант из интегралов t его перемена x от этого значит, значение интеграла, как оно берется функция, так и будет браться по тем правилам. То есть не зависит от t здесь, x, u и какая-то другая переменная. Все. И дальше вы уже решаете непосредственно за u обозначить логарифм 2, t, 4, а задаю все остальное t квадрат, dt. Вот. И у нас получится. Мы можем дорешать до конца, а можем уже все, мы самостоятельно. Оставьте, поработайте, значит, кто решит, то это очень хорошо, значит, вы овладели методом, все правильно поняли. И еще, напоследок я хочу сказать в заключении, типа, что, пожалуйста, те типы, которые мы выписали в начале первой лекции, сейчас в продолжении, типы по частям интегрирования, табличные интегралы, это есть все, таблица умножения для интегрирования. Как таблица умножения, мало ли, со второго класса дети учат, чтобы считать хорошо, так таблица на производные для того, чтобы дифференциалы, дифференцировать функцию, нужно знать эту таблицу умножения для дифференциалов. А для интегралов, чтобы успешно взять интегралы и затем решать дифференциальные уравнения и в дальнейшем применять этот аппарат, нужно